Привет, друзья! Рад видеть вас на канале Geshu Gaming. И да, 9 месяцев прошло с тех пор, как мы прошли, извините за тавтологию, Batman Arkham Asylum, и наконец-то пришло время приступить все-таки к прохождению Batman Arkham City. В отличие от Asylum, City я не проходил никогда, поэтому буду рад вместе с вами окунуться в эту историю и последить за приключениями Бэтмена и, собственно, в них поучаствовать. Насчет уровня сложности. Знаете, ребятки, я так устал от сложного уровня сложности. Мы все проходим на сложном, но иногда хочется просто получить удовольствие от игры. И в отличие от того же Asylum, который мы проходили на высоком, на сложной сложности, City мы поиграем на нормале. Естественно, не на легком, но мы же не совсем казуалы, правильно? Правильно. Вот, но на нормал, я думаю, будет самое оно. Субтитры есть. Кстати, насчет субтитров. У второй части нету русской озвучки. Просто, в принципе, ее в природе не существует. Так что будем наслаждаться оригинальными голосами и субтитрами. Поехали! Интересно, кто у нас тут будут действующие лица? Это Двулики? Еще один Двулики. Много Двуликих, однако. Понятно, значит, Двулики тут будет. Будет ли тут Джокер? Это Бэтмен. Arkham City. Что такое Arkham City? Это отдельный город или это тоже какое-то учреждение? О, приветки. Ой, а мы за нее будем играть? Прикол. Давайте, пацаны. О, я даже помню, как уворачиваться. Какая прелесть, какая прелесть. Руки боятся. Ой, глаза боятся, а руки делают. Да, я вспомнил, короче. Удар квадрат, уворачиваться треугольник. Все великолепно. Несмотря на то, что у меня в каждой игре отображаются кнопки от Xbox, я все равно люблю называть кнопки от PlayStation, так что, ну... Так, а зачем мы сюда... А как бежать? Вот как бежать, я не помню. Во, вспомнил. Слушай, а графончик-то прикольный, изменился немножко. Это она так бежит вперед-назад, если что. Так, это мне надо. Взломать сейф. Мы будем взламывать мини-игра? Нет. Харви, это, собственно, Харви Дент, да? Харви Двулики. Угу. Попробуй такую флешку в iPhone вставить. Ага, угу. Я посмотрю. Get your filthy paws off that now. А вот и собственные персоны. Хорошо, кошечка, это нормально. Это хорошо, это новый персонаж. We have much to discuss. Так, кто-то меня уже схватил. Стрэндж? Мне кажется, Стрэндж немного из другой вселенной, нет? Или тут есть местный Стрэндж? Супер тюрьма прямо в сердце Готэма. Очень сомнительная идея, на самом деле. О, да. Ох, эти проблемы миллионеров. Биллионеров. Миллиардеров. I assume that you thought yourself untouchable. Well, as you can see, no one is untouchable. Ну, это факт. Thank you, Gotham. Imprisoned behind these walls. Gang leaders are fighting a bloody war in the middle of our once great city. Да ладно. Every inmate from Arkham Asylum and Blackgate Prison has been relocated to this facility. How can this be safe for the people of Gotham? Погодите, то есть вы в самом центре сердца города построили Arkham City, супер тюрьму получается, да, которую свезли больных из Arkham Asylum'а. И преступников из Блэкгейта. Просто всю, весь сброд, центр города. Ну, это... Насколько это хорошая идея все-таки. Кто главное? Я?
А вот это вот прискорбно, а что я сделал? Зачитайте права, крысы. Ах, Юго Стрэндж. Слушай, да. Местный доктор Стрэндж, однако. Я даже такого не знал. Я не особо фанат DC, честно говоря, но Бэтмен, Бэтмен класс. Бэтмен, во, Джокер, во. A monument to your failure. And if you try to stop me, I guarantee everyone will know your secret. Откуда ты знаешь мой секрет? Разве в конце первой части, в конце Асайлума, разве раскрывается тайна личности Брюса? Или просто, ну, доктор Стрэндж, хули, ну, он все знает. Ну, он профессор, ладно, профессор Стрэндж. You are mine, the new inmates. Let me introduce myself. О, профессор Стрэндж. Профессор Хьюго Стрэндж, и я в charge of the Arkham. Хотя и доктором можно назвать. Могу уже ходить. А, о! Давай! Оба! Уже хорошо, уже хорошо. Поднимай окорочка свои! Минус щиколотка, сука! Ничего, я тебе потом новую куплю. Не ссы. Ах, сука! От этого мне не дали даже увернуться. А, спасибо. Какой теплый прием на самом деле. Я ожидал, что все будет похуже. Не, сучки твои я точно не буду, бро. Я пойду дальше, пожалуй. Так, что? А, очередь А говорит. А я хотел в Б пойти. С кем ты разговариваешь, идиот? Я рядом с тобой стою. Ты тоже разговариваешь с кем-то сбоку вообще. О, у меня особое отношение, давай. Ну-ка двигай нахуй свои окорочка, блядь. Ты тоже, слышь? Ты тоже ничего, брат. Из пальца стреляет, из Аркхема, значит. Ой, из Асайлума, из лечебницы. Мистер Уэйн, the cuffs can stay on. We don't want to make things too easy. Ну да, с наручниками сами справимся как-нибудь. Не первый раз. I can't believe I'm gonna die here. Bruce Wayne. Great. Here I was reporting on your crummy press conference. Now here we both are. I guess that'll teach you to get involved in politics, won't it? Ну-ка не выебывайся. Тебе хотя бы дали комбинезон стильный. Door, do not panic. Stay close to me. Так, ладно, овечки побежали. А мы чё? Чё, пацаны, нахлобучить вам? Слушай, я могу, оказывается, нахлобучить, прикинь? Даже в наручниках, мне вообще плевать. Так, минус. А, чё? Чё, педрила? Чё, не круто тебе, да? Давай, давай селфи сделаем, погоди. Давай, я на фоне недовольного педрилы, который пришел на мою пресс-конференцию. Стой. Голосуйте за Уэйна, я закрою это дерьмище. На, сука. Вставай, педрила. Вставай, крыса. Бежим, бежим. Погоди, крыса. А, сука. О, погоди, коротыш, пингвиш. Оу. Ах ты, коротышка вонючая, а? Погоди, я встану. Нахлобучу тебе по самое не балуй. Wakey, wakey, Wayne. Его не поймешь. То спокойной ночи, то доброе утро. Он то вроде добрый, а чё ему надо, блядь? А при чем тут моя... О! Контрудар, крыса! А при чем тут моя семья? Я вообще-то не моя семья. Я может и Уэйн, да, но я Брюс. Но-но! Но-но! Похлебал! А мы же еще не побе... А, это минус наручники! Все, вам хрен, вам пиздец. Никто не выживет.
Брюс Уэйн слишком агрессивный. А добивать можно как-нибудь пацанчиков, интересно? Которые на полу лежат. По-моему, как-то можно было, нет? Фу! Вот этот пинок от Уэйна. На, сука, левый хук. О, у них у всех опять до сих пор болит голова, это прикольно. Третий нахлобучу, карлик ебаный. В смысле? Бежать и взобраться. Погоди, а я хочу, я хочу. Ага, нахлобучил пингвину. Мы убили пингвина в самом начале? Так, ладно, а куда бежим? А, мимо пингвина, наверное, да? А, нет. Бежать и взобраться. Куда? А, вот куда. Ты свои бэтменские чары давай не используй, а то, это, спалят нас. Слушай, а тут паркура стало побольше, конечно, да. Ой, ну теперь-то мы не в одной вонючей лечебнице. Мы теперь в целом городе. Куда? На крышу Ace Chemicals, чтобы забрать экипировку. А это где? Это Ace? Смотреть. Это оно? Не понял. Так, я направляюсь туда, я понял. Смотреть. Что тебе надо смотреть, Брюс? Погоди, блядь. Кто бы знал, что оно настолько близко? Так, удержать, пригнуться. Так, РТ. Ага. Погоди. Протокол 10, интересно. Я, конечно, Не, на самом деле, действительно понятия не имею, о чем идет речь. А зачем тебе костюм вообще? Груз прибыл. Замечательно. Минус голубь. Бывает. Так, отлично, сейчас шматье заберем. Будет чуть полегче. Вам никогда не казалось, что вырез для рта у Бэтмена все-таки похож на улыбку такую, ну страшную, зловещую улыбку Джокера, допустим? Никогда не думали об этом? Сама моделька Бэтмена, в принципе, с первой части не претерпела, видимо, никаких изменений, да? Я бы и рад, как это сделать. Так. Чип с данными, получаю ключи радиопередачи. А, сигнал уже распознан. Вот этот не распознан, да? We have confirmation that prisoner 4011 is in the courthouse. Так, и вижу здание суда. Женщина Катамба. Ладно. О, там они оба. Действительно. Mr. Dent's predilection for all things binary may not bode well for Miss Kyle. If there's one person in Arkham City who knows what's really going on, it's her. Да, но нам она, конечно, полезнее живой. I need to find Catwoman. Так, а штуки, которые у нас были до этого. Так, ну у нас хотя бы есть плащ, уже хорошо. Локация добавлена на карту. Ну, в принципе, мне. Это что такое? А, это просто горит, да? А это что такое? Ничего хорошего. Бэм! Пятка в лицо! Ну-ка давайте, крысы! Some kind of fight, ты прав.
Блин, ну вот на самом деле в количестве врагов нет никакой разницы между средним и сложным, но на сложном каждого врага надо ударить 15 раз, блин, чтобы он вырубился. Это немножко... немножко подзаёбывает на второй, третий, пятый, десятый час игры, поэтому... Вы посмотрите, какое количество этих долбоёбов. Типа, если бы им каждому надо было по 15 ударов сделать, это мы бы тут сейчас сидели и сидели. Мне кажется, они еще и прибавляются постоянно, не? О, слушай, по-моему, Бэтс умеет добивать, да? А, нет, 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 Бэтс, нет, нет, не то! Пиздец. Слушай, ну это тебе, конечно, не этот, не лечебница. Здорово, пацаны. Они забыли обо мне. Удар, мягкий кулак. Хорошо, поехали. Прикольно, прикольно. В принципе, все механики все те же самые, все те же враги, все те же все та же боевка. Но все это было прекрасно. То есть не то, что я имею претензию какую-то. Наоборот, я очень даже рад. Да, в смысле? Дверь, которую Бэтмен не может вскрыть. Сам ты лох. Ой, вы думаете, я не попаду? Вы думаете, я вас не переиграю? Что я вас не уничтожу? Есть вторая дверь. Сука. Все, вот вы двое огребаете 100%. Я вам хлебало начищу. Ой, вы хотите, не хотите? The only way to get by in this place is to get ourselves some respect. Be here. That's how we get respect. Show them all that we do things. Факты. We should be fair, though. This is a place of justice, after all. Screw justice. Kill her, and they'll all fear us. Bring out the defendant. Жесткая рожа, конечно, прикольная. You certainly know how to keep a girl hanging, Harv. Hey, have you had some work done? На, сука. That's for stealing from us. No one steals from us. I'm sorry, I've been a bad kitty. Untie me, and I'll make it up to you. Пиздит, бро, пиздит. Да ладно, везуха. This cord is now in session. Так, ну, персонаж Двуликий, не будем мы смотреть про него в биографию. Мы все знаем, кто такой Харви Двуликий, правда? Погоди, я случайно... А есть типа... С контрольной точки, да, дайте, да. Я случайно нажал... Я думал, это у него нос торчит... Ой, язык торчит. Я случайно нажал быстренько ту кнопку, которую не надо было, поэтому давайте мы еще раз переиграем. Это же можно пропустить, да? О, можно пропустить. Все, поехали. Ну вот, а вы боялись. Все очень быстро на самом деле. В смысле? Ну ладно, не получилось, как я хотел, но... В смысле, он все равно меня? Ну ладно, видимо, они все равно меня видят. Я не знаю почему. А что вы хотите? Вы что, уже драться хотите? Ладно. Уклонение. Ага, все, я понял. Погоди, ни хрена он всадил мне. Стой, говорит, неподвижно. Я что, дурак, по-вашему? Но хпшек, честно говоря, маловато даже на... Вау! Не, ладно, я сказал, что все те же механики, да? Но я, конечно, наебал. Потому что механик стало побольше. О, оу! Да, слушай, всего два удара по хлебалу я получил этими палками. Так, а где второй педрило с оружием? Не понял. А, может, это сам этот, Двуликий?
На, бедрило. Ну, хоть голова у него не болит. А, да, это он стреляет. Это он стреляет. Heads or tails, kitty cat. Which one lets me out of here alive? Not this one. Time to die. I vote for a stay of execution. Oh! Отвлекли достаточно. No gun harm? Shame. This is gonna hurt. Oh. Two guns, bitch. Но план был хорош. План был хорош. Лучше одного пистолета, только два. And I thought it was cats who have nine lives. Оу-оу-оу-оу, ему-то не надо больше, 100%. How's it hanging, Harv? Come to Kitty. Anyone ever tell you that you're full of surprises? I figured you could use my help, Selena. You're right. I think I chipped a nail back there. Funny. Уморить, согласен. So what do you need, Mr. Detective? Protocol 10. What do you know, Selena? Never heard of it. That's not what I wanted to hear. Это вообще не то. What about Strange? I don't trust him. He's been missing for years, and then is suddenly put in charge of running Arkham City. Rumor has it he's been working with Joker, planning something very special just for you. Как Maybe приятно. That's Protocol 10. Такое столько внимания. Да ладно, ну ты же превратился в ебучего мутанта в конце первой части. Да, походу Джокер все-таки не дремлет, да? И с ним мы повидаемся даже в этой части. Ну, хотелось бы. Ну, осталось-то последнее. Допросить Джокера? Да ладно, вот так быстро? Расследование! Сканирование улики! Так, погоди, слишком быстрое движение. Сюда она влетела. Откуда она влетела? Ой, Погоди, туда она влетела, а вот отсюда она вылетела. Триангулируем, создаем луч. Хорошо. Удобно, однако. Ага, мне надо пройти через само здание или как? Так, биографию Джокера я точно смотреть не хочу. Погоди, мне надо отсюда выбраться, правильно? Дайте я отсюда выберусь. Локация добавлена на карту, это очень хорошо. О, а мы откуда знаем об этом? Да ладно. Ох, крыса. Долбоёбы. На втором этаже тоже есть выход. I can hear someone in there. Нет. Keep that door shut, man. I don't want to go head to head with Batman. He didn't say it was Batman. Why the hell are we still here? We should run or... Дурачки, я уже здесь. Бам, 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 похлебалу вам всем. Это то, что я делаю лучше всего. Но, сука. Ага, со спины подошел, крысяка. Да, ну вот эти вот махачи с ними слишком затягиваются на харде просто. Это слишком долго. Слушай, мне кажется, добивание у меня еще откроется. Оно должно будет открыться по мере прохождения. Точно, у меня же есть... Вау. У меня же есть еще этот. У-ху! Блин, ну, честно говоря, изучать, конечно, город вот таким образом гораздо прикольнее.
Прикол. Так, а что, мне надо снизу проходить? Я не могу отсюда влететь, да? Ну ладно, поехали. Здорово, пацаны. Насколько я понимаю, вы охраняете главный вход, через который... Вау, в последнюю секунду. Через который я могу пробраться внутрь, да? Да, мне срочно нужно добивание, конечно. А то я как идиот стою и машу кулаками, когда ребятки уже лежат. Бум! Вау. Минус почка, гарантированно. Хоть она и сзади, но... От такого удара точно выпало. Слушайте, хорошо идем. Хорошо идем, честно говоря. А, вот и она. Let the lady go, bat freak, or these people all get a bullet in their heads. I think you should do what he says. It would be a shame to get blood all over my knife. Уебу, уебу. Бля, нельзя уебать. Но увернулись мы от нее, конечно, прикольно очень. Нахрен пошла. Вот тут, конечно, самая лучшая Харли. Ну, если вы понимаете, о чем я. So anyway, here's the deal. Mr. J is really not up to a visit right now. He's not feeling himself. Well, actually, he was earlier, but that's not what I meant. He's not doing so good, and that idiot doctor I sent help. I've seen more smarts from these bozos. Я как-то ничего не прочел из того, что она сказала. А ты куда? Слышь? Так, пойдем за ней. Attacking armed thugs head on is suicide. I need to disappear. Pick them off silently, one by one. One by one. Don't you move, Batman. Just stay there in this wall. Ха! Лошары. I don't know where I am. Good. Let's keep it that way. Time to survey the room. Plan out my tactics. Four thugs, all armed, two hostages. This is gonna be easy. We need to get out of here. He's gonna get us. Легко говорит. Batman, can you hear me? He's got a hostage. I can glide to the scaffolding above him without being seen and take him down from there. Хорошо. Так, бесшумный прием точно над целью. Я точно над целью? Ау! О, новая механика, прикольно. Нокаутирующий удар. Ой, я забыл. О, я не увидел сразу, что там кнопка. Так, где второй? Ага. Восповедальня. Угу. Молодец. Так, бесшумный прием. А где он? А, за досками. Вау. Блин, прикол. Так, кто остался? Два противника, оба вооруженные. Серьезно, одним ударом? Бум! Бля, не, много-много прикольных новых механик, особенно добивание бесшумного. Класс, класс. Я жду, что вторая часть не хуже будет первой. Потому что первая офигенная. Не за что. А это ты говоришь, что ли? На тебе, сука. Так, что вам надо? Вам надо еще что-нибудь от меня, нет? Я тут посижу. Так, доступно новое улучшение устройства. Это очень замечательно. А я могу уже улучшаться, разве? Нет, это карта. Это биография. Это... Вейн, так, выберите улучшение. А, могу, да ладно. Костюм. А почему костюм не могу выбрать? А, костюм Бэтмена, устройство, бой, хищник. Хищник? Кошка. Хищник. Хищник. Ебать, как много всего. Ладно, будем ковыряться в этом потом пока что. Так, а что надо от меня? Поговорить с врачом. Quinn's only priority is to protect Joker. She's dangerous. А, Quinn, да, да. So I see. Харли. Well, thanks, Batman. It's funny. I figured people would be grateful to have us here. I guess I was wrong. Но зато вы кого-то поблагодарили, уже неплохо. Найти точку, из которой велась стрельба. Точно, точно, точно. Так, а как?
Thank you for your help back there. Да не за что. Well, you know. Так, а мне выйти не надо, не? The gunshot came from the bell tower. I need to find a way up. Так, ну до колокольни, хорошо. Колокольцев. Так, их я могу еще выше забраться как-нибудь. The gunshot came from the bell tower. I need to find a way up. Да я понял, понял. Ты перестань. Так, может тут есть типа лифт или что-то еще? Вот это вот что за хрень? О, открыть. Нет, это открыть просто спуститься. Хотя, кто знает. The gunshot came from the bell tower. I need to find a way up there. Да я понял, братиш, ты недоволен моими действиями. Так, хорошо, погоди, наверх. The gunshot came from the bell tower. I need to find a way up there. Да, дружище. А чё ты низко... Почему ты 500 миллионов раз сказал, что... Блять, вот он, Bell Tower, сука! Оооо, ладно. Я, конечно, идеальный детектив. Никто... Ну, ну, без сомнений, да? Хотя бы хлебало набиваю хорошо. Так. Ладно, есть прогресс. Есть прогресс. Интересно, а Джокера мы тоже прямо сейчас уже увидим? О, лесенка. Хорошо, хорошо. Парковая улица. Я не понял, что случилось. The gun. It looks like it's been controlled remotely by Joker. Да, конечно, конечно. Ну и он не обошелся без своих фирменных трюков и костюмчиков с манекенами. Так, манекенов с костюмчиками я имел в виду. Ладно, ребятки, я видел, что прошло автосохранение, а это значит, что мы можем пока что остановиться. Сканировать улики будем в следующий раз, а пока что, да, на этом мы остановимся. Спасибо большое, друзья, что досмотрели ролик до конца. Плейлист с Бэтменом в описании под видео, там же остальные игры. Если ролик вам понравился и вы рады возвращению Бэтмена так же, как и я, то влепите комментарий, напишите лайк, подписывайтесь на канал, на телеграм, залетайте на стримы и увидимся совсем скоро в следующем видео. Пока!